Мяч в игре. На поле бахчисарайский «Кызылташ» в белой форме и игроки футбольного клуба «Рубин Ялта» в красной. Это первый матч 6-го тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. Результативных действий не пришлось долго ждать. Уже на 14-й минуте счет открывают хозяева поля. Игорь Волков направляет мяч в ворота, выводит команду вперед. 1-0. Пожалуй, для ялтинского «Рубина» нет соперника лучше, чем «Кызылташ». История противостояния этих двух команд насчитывает 4 встречи. 3 победы бахчисарайцев и 1 ничья. А разница разбитых мячей 9-1 в пользу «Кызылташа». В сегодняшней игре цель краснокаменных одна – повторить успех. В первом тайме эта цель пока осуществима. Ялтинцы не успевают за атаками бахчисарайцев. Отставание к гостям поле сократить не удается. Обе команды поочередно создают опасные моменты у ворот противника. «Кызылташ» сохраняет контроль над игрой и сдерживает соперника. Команды ушли на перерыв при счете 1-0 в пользу белых. В целом я доволен результатом. Самоотдача игроков. И самое главное сегодня было – это результат. Мы его добились, поэтому я доволен. Во втором тайме «Рубин Ялта» прижимается несколько раз к воротам «Кызылташа» и даже создает голевые моменты. Но вратарь соперника сохраняет свои ворота сухими. Стоит отметить, что в бахчисарайской команде появился новичок – полузащитник Рустем Акимов. Для него это первый профессиональный контракт в карьере. На протяжении всего времени хозяева поля упорно держат оборону. Впрочем, как и гости, несколько штрафных голов у обеих команд, но безуспешных. Счет остается прежним. В пользу «Кызылташа». Я думаю, что все, кто присутствовали на матче, получили удовольствие, потому что было очень много острых моментов. Игра могла в любой момент повернуться куда угодно. Но, в принципе, самое главное, что 3 очка в копилке «Кызылташа», и мы двигаемся дальше. Финальный счет 1-0 в пользу «Кызылташа». Ну, мы не забиваем те моменты, которые надо забивать. Реализация, как всегда, очень слабая на данный момент. Мне не понравилась команда, как играла в атаке. В принципе, ошибки были в обороне. Очень много. В 7-м туре бахчисарайский «Кызылташ» сыграет с алуштинским «Алустон ЮБК». Сабина Денеева, Асан Ибрагимов, телеканал «Милет». Бахчисарай.